Амаль 2 тонны маку ликвидованы у Гродня. Супрацовники подразделения по наркоконтролю Кастрышницкого РАУС знищили поле с дикоросом на улице Кстинской у областным центры. С початку проведения специальной программы МАК это самая буйная партия, знищенная на территории района. Раслина займала площу больше гектара. До ликвидации была притягнута специализованная техника. У рамках спецпрограммы, якая проходит на территории республики с 1 червня по 15 вересня, правоохоты звертают особливую увагу на забороненные для вырощивания раслины. Основная мета захода – не допустить распаусюдживания базы наркотичной сыровины раслинного походжения. У совете с гэтым громадян закликают поведомлять об незаконных посевах.